Тарасов. Вот это уже неплохо. Галиуллин на скорости сделал передачу направо. Там Калугин. Что он придумает в этом моменте? Москвичев на Хубаева. Хубаев там справа оказался. На вес штрафную. У Лидия нет, не достанет. Но вот Котов может быть здесь. Вторым темпом удар и браво! Вот это шарахнул, так шарахнул сейчас Павел Котов левой ногой точно в девятку. Мне кажется, что паутинку снял. Великолепнейший мяч. И ничем не смог своей команде помочь Максим Матюшин. И хотелось бы, конечно, повтор посмотреть. Шикарнейший мяч в исполнении Павла Котова. Ну и вот, да, поигрались так немножко с Кириллом Родионовым. Давайте посмотрим. Вот вторым темпом Котов. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это супер мяч, конечно, в исполнении 77-го номера нижнекамцев. Еще один повтор. Ну, тут можно бесконечно смотреть. Без шансов просто для вратаря. Ну что, хорошее начало. Владели нижнекамцы инициативы. И, на мой взгляд, в принципе, заслуженно счет.